Плавание – это в первую очередь то, чем я люблю заниматься. Это мое любимое дело. Меня зовут Никита, я учусь на радиотехническом факультете на специальности безопасности информационных технологий в правоохранительной сфере. Я учился в физико-математическом классе, мне больше это было ближе, чем гуманитарные науки. Плаванием я занимаюсь уже около 9 лет. До плавания я ничем не занимался, познакомился с плаванием. Для начала отправили меня родители, отдали в бассейн, как бы на оздоровительное плавание ходил, а потом решил, что буду серьезно заниматься спортом, плаванием. Я состою в сборной политеха и еще плаваю за спортивную школу ШОР номер 6. В политехе было много моих знакомых пловцов, кто уже плавал, и поэтому меня как бы, как я поступил, сразу и привели в сборную. Ну, я кандидат мастера спорта по плаванию, многократный призер и чемпион чемпионатов и первенства Омской области. Был призером Кубка Черного моря. Плавание – это в первую очередь то, чем я люблю заниматься. Это мое любимое дело. И, конечно, плавание – хорошая физическая подготовка, что здоровое тело. В принципе, я получаю удовольствие от этого процесса. Учебу со спортом совмещать, конечно, нелегко, но я стараюсь успевать и там, и там. Политех мне помогает развиваться в плавании с помощью выездных соревнований. Это как опыт получаемый выездный. Также в политехе есть бассейн. И если, допустим, не получается прийти на тренировки от спортшколы, можно приходить сюда. На первом курсе я ездил 2 раза в Москву, 1 раз в Казань от политеха. На всероссийские старты мы ездили. Думаю, плавание в моей жизни еще надолго, потому что это в первую очередь то, чем я люблю заниматься. Так, в планах окончить, конечно, закончить образование и найти профессию по специальности.